В Москве люди – это вещи. Мы ежедневно продаем себя. Друзьям, начальникам, партнерам, любовникам и любовницам. Каждый хочет продать себя подороже. Сейчас время новой искренности. Уважение к девиациям, борьба с абьюзерством, экологичность. А я думаю, что новая искренность – просто старая ложь. Тёлки. Я забрал тебя, даже не парясь, и нашел без особых усилий. В нашем мире подобных созданий в разных качествах изобилия. Твои мысли мне не интересны, ты футляр для моих развлечений. Ты способна доставить мне радость, что не требует продолжения. Пудришь носик и хочешь казаться, я хочу тебя жестко и быстро. Ты сегодня не будешь стесняться, будешь ласковым организмом. Яркий образ, твой не симпатичен, я как будто бы в диком восторге. Я возьму тебя, как и других, вы просто тёлки, просто. Давик. Еду, не волнуйся. Да, я в пробке стою сейчас. Хотим рассказать вам о важном для нашего агентства проекте. На данный момент мы участвуем в большом тендере, в рамках которого группа компаний «Виал» определит генерального подрядчика по пиар-сопровождению корпорации в течение 2 лет. Сумма тендера – 150 миллионов рублей. Спасибо, Виктория. У нас с Павлом вопросов нет. Слово за председателем кредитного комитета. Друзья. На мой взгляд, проекты, презентованные Андреем и Викой, более чем перспективные. У меня есть предложение одобрить дополнительный кредит агентству Delta Vision на сумму 48 миллионов рублей. Под планируемый оборот. Юристы подготовят документы и пришлют вам сегодня вечером. Отлично. К утру у вас будут подписаны экземпляры. Всего доброго. Я подожду тебя у лифта. До свидания. До свидания. Я буду с тобой делать жуткие вещи. Ты будешь плакать, кричать, просить пощады. Пощады не будет. Только попробуй мне соврать, сволочь. Ну и последний вопрос, Юрий Петрович, если позволите. Конечно. Говорят, что в совете директоров не все гладко, и вы, вероятно, покинете пост. Первый раз об этом слышу. Еще говорят, что акционеры всерьез рассматривают кандидатуру Егора Лядова на пост председателя совета директоров. А даже я ничего об этом не знал. Что-то можете рассказать о нем? Ниночка, у нас
большая современная корпорация. И как в любой большой современной корпорации, у нас здоровая конкуренция. Что-то ты сегодня прям Шумахер. Шатало ведь меня всю душу вынул. А мне кажется, что это ты из нее не вынимаешь. Думаешь, что я не понимаю, почему Финальянс тебя так щедро кредитует? А? Что-то, мало, ты очень ревнивой стала. Котик. Ревнивой я стала, когда вышла замуж за Таежного. Прошу, хоть ты мне повод не давай. А ты не выдумывай. Просто устал. Работы много. А что ты стал часто уставать, как я тебя с Юрой познакомила? Мне скоро 40. Знаешь, что это значит? Что тебе 39? Да, и на меня с огромной скоростью движется метеорит под названием Климакс. Я уверен, ты перепутала планету. Ты думаешь? Ага. Нет, рит. Мне бежать навстречу. Юрий Петрович не любит, когда я опаздываю. А Юрий Петрович? Подожди. Ну что, освободился? Хуй тебе, Лядов, а не кресло. Хорошая работа, Андрюш. Спасибо, Юрий Петрович. Как вы это делаете? Да, на самом деле все просто. Но не в этом дело. Девчонке в тот момент 18 не было. А Лядов знал об этом? Не факт. Но мы решили подстраховаться и записали ее признание. В смысле признание? Классно вы ее раскрутили. Это было недорог. И что с этим дальше? Дальше девушка сама публикует видео. Ну, типа по собственной инициативе. Жертва насилия, не могу молчать. Видео пойдет по дружественным телеграм-каналам. Может дойти до телека? Нет, телек не надо. Можем опубликовать только первое видео с сексом. А второе оставить для подстраховки. Нет. Сливайте все. Давайте присанем этого педофила по полной программе. Уверены? А кажется, что нет. Окей. По рукам. Третий транш после публикации. Рад, что не ошибся в тебе. Юрий Петрович, а по каким нашим договоренностям там все в силе? Ну, я имею в виду тендер. А, да. Конечно. Теперь все. Ну, просто там у вас так много заинтересованных пасется. Ну, пасутся, и что? Не суетись. Держись меня, у тебя все будет. Держусь, Юрий Петрович. Юрочка, а что происходит? Почему я полчаса жду тебя в подвале? Пока. Еще что мы сделаем, это давай... Кап. Ты-то отправим. Потом. Оба видео по Лядову публикуем одновременно. В смысле одновременно? В смысле прямо сейчас. Подожди, мы же договорились, что девчонка потом опубликует. Что, плохо слышишь, что ли? Я сказал, выполняй. Андрей, такой тон недопустим. Мы с тобой партнеры, да? И все решения мы принимаем вместе. Вика, ты можешь просто сделать так, как я попросил? М? Все решения здесь принимаю я. А тогда мы партнеры, конечно. Вик. Прости. Ладно. Скажи, когда у нас крайний срок по оплате аренды?
как всегда вчера. Чего ты не выплачиваешь? И с Кузьминым рассчитаться не хочу, больше краснеть. Андрей, ты, может быть, забыл, сколько у нас денег на счету осталось? Если я сейчас со всеми рассчитаюсь, нам нечем зарплаты будет платить. Ты опять слишком много думаешь. Не паникуй. В понедельник будут кредитные деньги, тогда и рассчитаемся. Все, я уехал. Сегодня больше не вернусь. Лучше бы ты вообще не возвращался. В курсе, что я спешу? Неужели? Зачем же ты тогда ко мне пришел? По работе, Варя, только по работе. Только по работе, да. Только по работе. Тебе не кажется, что ты слишком часто меня используешь? А можешь для меня познакомиться с одним человеком, как в прошлый раз? Когда познакомила тебя с Ритой и дала тебе возможность заработать вагон бабла на ее мужа, так ты мне еще за него не заплатил. Заплачу, ты же знаешь. Ну да, знаю. А еще я знаю, что ты слишком часто общаешься с моей сестрой. Исключительно по делу. Хорошо. Будем считать, что я тебе поверила. Я скажу несколько важных слов. Лен, ты большая, огромная часть моей жизни. Окей, ладно, я знаю, что ты не любишь, когда про тебя говорят, но я коротко. Никто меня не поддерживает так, как ты. Знаете, говорят, что в семье опора – это мужчина. Но в нашей семье – это ты. Я люблю тебя. С днем рождения. Леночка, я помню, когда ты родилась, ты сразу же с первого дня начала улыбаться. Никогда не плакала, всегда была веселой. Это потому, что вас лучше в лишний раз не расстраивать. Борис Борисович. Что? Шутка была неуместная. Простите. Угу. Тут про тебя слухи появились очень нехорошие. Какие еще слухи, Борис Борисович? То, что ты ебешься на стороне. Такие слухи. Борис Борисович, у меня, кроме Лены, но вы же знаете, как мы детей хотим. Угу. Просто для ясности. Если Лена узнает, что ты изменяешь, ей будет плохо. Если ей будет плохо, я сделаю все, чтобы тебе было еще хуже. Да и в тратах. Будьте скромнее, молодой человек. Да я и так... Машину себе новую прикупил, нравится красиво жить, понимаю. Но не забывай, бабло это семейное. Но я же тоже часть семьи. Часть моей семьи. А значит, все, что есть у тебя, это благодаря мне. Борис Борисович, я вам, конечно... Очень благодарен за то, что вы мне на старте помогли. Но ведь я вам тоже помог. И что теперь? Будем до конца жизни друг другу про это напоминать? Ну, как-то это не по-семейному. О, папа, Андрей. А что, вы лучше места для разборок не нашли, да? Во-первых, Денис, это не разборки. Мы просто обсуждаем стратегию. Во-вторых, только в сортире встречаемся. Мы ж теперь пиздец какие занятые. Чё дед такой злой? Внуков хочет. Я, кажется, плохо над этим работаю. Укорял. Ладно, что. Спасибо. Thank you.
Это по работе. Ладно. Давай, я в душ. Понимаю, конспирация, но я сюда минут 40 перлась. Отец жены что-то насел. У меня ощущение, что он про нас знает. Ну, если он знает про нас, он про этот номер тоже узнает. Так что конспиратор из тебя никакой. Весь как на ладони. Отец жены – это не самое худшее из твоих проблем. Птичке пора из клетки. Жень, мы же договорились. Не гнать. Но такими темпами можно везде опоздать. Ну что-то прям сегодня ты, любовь моя, говоришь загадками. А помнишь, ты обещал делать со мной всякие вещи? Почему же ты не спишь? Что за мысли ты хранишь? По подоконнику стучит холодный дождь. Опять потоп, из глаз двух недотёп. Убегай, 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 и быстрее забывай, забывай. Будто не было совсем меня. Убегай, убегай, на моих глазах цунами. Убегай, 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 и быстрее забывай, забывай. Будто не было совсем меня. Убегай, убегай, на моих глазах цунами, на твоих венах. Да, Юрий Петрович? Деньги тебе улетели. Завтра жду в офисе. Тебя объявят победителем тендера. Поздравляю. Спасибо, Юрий Петрович. Угу. 4300, да? Немного. Немного. Это был месячный доход. Немного. Вика! Вик! А у нас остался ящик моет? Да. Зачем? Ну, просто тендер наш. Холодный кубик, да. Кинь меня. Холодный кубик, да. Кинь меня. Мы с тобой договаривались. В прошлый раз был последний. Последний? Ну, а сейчас как будто первый. Да, Андрей! Андрей, ты веришь в карму? Я просто думала про Лядова и про его жену Таню Лядову. Она же из тусовки. Героиня Татлера.
Мы им всю жизнь похерили. Вик, ты сама все знаешь. Лядов был условием сделки с Таежным. Без него не было бы победы в тендере. А Храмов? А Салиев? Ты слышал про жену Салиева? Она в монастырь ушла. Это пиздец, Андрей. Монастырь. Может, нас отмолит? А ты вообще не рефлексируешь, да? Я вот смотрю. А чё ты такая совестливая стала? Я не заметил, что ты от бабок отказываешься. Лофтик себе прикупила, миник. Про шмотки я вообще молчу. Когда золотой карточкой в ЦУМе за новый Джимичо расплачиваешься, тоже рефлексируешь? Совесть мучает? Мучает. Да, мучает. Потому что мы жизнь разрушаем людям. Мы. А мы животные. Мы. Мы. Вик, в этом городе все животные. Вопрос в том, кто кого сожрет. Мы с тобой кончены. Привет, малыш. Чё такая грустная? Да я вообще в шоке. Что случилось? Ты про Таню Лядова слышал? А, то есть не помню. Видела ее пару раз у подружки. В инсте на нее подписана. Такая милая тетя. Вена себе вскрыла, представляешь? Ничего себе. Ага. Кто-то в телегу слил видео, что ее муж малолетку трахал. Ого. Еле спасли. А, значит, все в порядке. Вроде состояние стабильное, как говорят. Слава богу. Давай, садись. Все готово. Ты чего? Да не волнуйся, без нас не начнут. А где Таежная? Я не видел. Уважаемые коллеги, для тех, кто не знаком, хочу представить Андрей Сергеевич Иркин, генеральный директор агентства Delta Vision. Всем здравствуйте. Добрый день. Андрей Сергеевич, я хочу поздравить вас и вашу компанию с победой в нашем тендере. Я знаю, у вас было очень много достойных конкурентов, но мы искренне рады, что пиар-сопровождением нашей компании будете заниматься именно вы. Спасибо большое, я тоже очень рад. Ну что ж, давайте тогда сегодня подпишем договор, а в течение 3 дней завизируем. И начнем работать. Внимательно все посмотрите, чтобы не было никаких разногласий. Не торопитесь. Юрий Петрович не подписал? А, наверное, не успел. Но я не думаю, что это займет много времени. Господа, извините, я на минутку. Прикол какой-то. Пожалуйста, а кто это? Thank you.
Андрей Сергеевич, что-то напутали в итоговом протоколе и ошибочно присвоили вам статус победителя. Простите, как же так? Мы получили официальное уведомление. Вы уверены? Вряд ли они могли так ошибиться. Увы. Извините еще раз. До свидания. Сергеевич, садитесь в машину. Садитесь в машину. Юрий Петрович. Привет, Андрюш. Я не... Прокатимся. Опережаю твои милые отмазки. Рита отрицать не стал. А с ней у меня будет разговор длинный, поучительный. А с тобой короткий. Достаточно. Ты что-то сказать хочешь напоследок, да, Андрюш? А, прости, пожалуйста. Виноват. Я совершил огромную ошибку. Но я могу еще быть полезен. Обещаю. Все, что ты умеешь, это наебывать людей. Как ты себя называешь? Репутационный менеджер, да? Дерфас, это кусок. Не менеджер, блядь. Что нравится им от чужих жен, да? Убить бы тебя прямо сейчас, здесь, блядь. Хочу грех на душу брать. Я могу взять, Юрий Петрович. Ты успеешь еще. Знаю, что ведешь против меня игру, тебе пизда. Это не так. Ты меня услышал. Ладно, иди. Тебя тесть сам убьет. А это тебе вот меня. Скажи, я все сделаю. Я сейчас Пашке позвоню, мы поедем, из-под земли его достанем и обратно живым закопаем. Пап, не надо с ним ничего делать. Что значит не надо? Ты думаешь, я этому сучонку все с рук спущу? Пап, ну чего ты в самом деле? Убивать я его не собираюсь. Пока. Алло, Кость. Нужно срочно поехать на квартиру к Ленке и сменить там замки. Там вещи все его. Вещи, блядь? Кость, соберешь мать этого долбоеба и выстави за дверь. Только все самое необходимое. Справишься? Добро, давай, приезжай за ключами. Так, с этим уродом ты больше не увидишься. Разводить вас будут без его присутствия. Можно я это буду решать сама? Что решать? Ты как-то иначе это все хочешь решить? Или, может быть, есть какие-то другие варианты? Может быть, я что-то не понимаю? Пап, она беременна. Твою мать.
Алло. Ты тоже получила видео? Получила? Оно сейчас везде. Везде, Андрей. Ты нас уничтожил, ты понимаешь? Нашу заявку на тендер аннулировали. Меня самого чуть не аннулировали. Да ёжный на нас собак спустит. Нам пиздец, Андрей. Меня чуть не убили. Мне что, тебя жалеть? Да, сука, жалеть! Жалеть! Блядь! Блядь! Сука! Стой, блядь! Лена! Леночка, открой, пожалуйста. Лен! У меня здесь была машина красная, 515 номер. Отогнали на штрафстоянку. Телефон можно зарядить? Вова? Нет. Пока. Пока, мама! Ты не охуел так заявляться? Варь. Нахуй иди! Разговор есть. Я тебе не разрешала войти. А я еще выпить. О. Ну что, ты ее все вылезал, да? Чтобы получить этот ебучий контракт. Отвечай, давно вы трахаетесь? Тебе вот это сейчас интересно. Да, меня вот это сейчас интересует. Полгода. Лед есть? То есть с того момента, как я вас познакомила, да? Бля, охуительно. Кто-то очень вовремя слил это видео. Меня чуть не убили! В лес меня вывезли! Вот этот таежный ствол мне в рот вставил! Я думаю, кто-то из близких слил. Мне бы сейчас понять, кто это со мной делает. Может, еще скажешь, что я сняла это ебучее видео? Если это ты, тогда тебе конец. Я все. Понимаешь? Я не сливала это видео. Ты меня заебала, блядь, что ты меня считаешь дешевой шлюхой. Ты не шлюха, Варь. Я тебя любил по-настоящему. Поэтому ты трахал мою сестру? Варь. И пол Москвы? Варь.
живой? Вроде, да. Ты видел, кто это сделал? Может, вызвать полицию? Телефон оставили? Ну, машину оставили? Да нет. Все прекрасно. Сейчас мое такси подъедет. Поехали ко мне. Хоть умоешься. Пойдем. Вставай. А ты точно не убийца? Сейчас посмотрим. Снимай майку. Вау. Чё, прям так сразу? А поговорить, пофлиртовать? Я не такой. Я стирку закину, снимай. Я Андрей. Привет, Андрей. Оля. Чем занимаешься? Андрей. Людям больно. А я помогаю тем, кому сделали больно. Я адвокат. Надо же. И нравится так жить? До сегодняшнего дня абсолютно все устраивало. А что сегодня случилось? Что-то пошло не так. Чуть поближе. Чем я могу тебе еще помочь? Тела? Нету тела. Соседи опросите, может, кто видел, как его выносили. Ну, мы на этаже всех поспрашивали, но, сами понимаете, время 5 утра было. Выяснили, кто в полицию звонил? Сказали, что это кто-то из соседей? Никто не признается, товарищ майор. Что, консьержка? Добрый день. Добрый. Лейтенант Кузнецов, Следственный комитет. Скажите, пожалуйста, Варвара Абрамова из 18-й квартиры, вы знаете такую? Да, конечно. Гости ходят к ней? Да не так, чтобы... Как ко всем. Кто-то заходит. Вообще она девушка хорошая. Мужчины ходят? Видела ее несколько раз одним. Красивый. А... Написать можете его подробнее? Ну, такой высокий. Волосы темные, всегда здоровается, улыбается, вежливый. Машина у него такая, красная, одевается со вкусом. Ну, в общем, видно, что человек хороший. У вас же камера здесь есть, да? Где я могу запись взять? Да не подключат никак. Дом новый. Ага. Ну, если этот высокий, красивый здесь еще будет, вот вам номер дежурной части, позвоните, хорошо? Хорошо, я позвоню. Договорились? Всего хорошего. Всего доброго. Такими друзьями Миркины врагов не надо. Ты даже не представляешь, насколько я себя ненавижу за то, как я с тобой поступил. Ты про Таню Лядову слышал? Вену себе вскрыла, представляешь? Ты нам должен 230 миллионов.
Папы становятся злыми, ну, если их задеть. Все мужики делают все только для себя. Я вот тут накопал кое-что на Меркина, смотрите. Я сказала, вали отсюда, иначе сейчас закричу. У нас отберут все, что у нас есть. Я тебе по-хорошему должен морду дать сейчас за Ленку. Пап, ты ведь тоже из меня мать, да? Я тебя завалю.